вам попадаются на пути в школу? Мне попадаются знаки, вот где перекресток, там вот, такой же знак, вот, где они бегают, где это, предупреждают водителей, так что могут выйти на перекресток. Так, хорошо, Аня. Движение запрещено, здесь вообще ездить нельзя, да? Что еще нам запрещают? На велосипедах здесь ездить нельзя, то есть они нам запрещают что-то делать. Дальше, знак, информационный знак, они просто нам говорят, вот вы пойдете, увидите этот знак, и он вам, и вы будете понимать, что ага, скоро будет подземный переход. Да, они просто информируют вас, они вам больше информации дают. Мы берем маленькие, любые листочки бумаги, не любые, на которых знак будет у вас, какого цвета будет ваш знак. И что мы делаем? Мы просто берем ее, рвем на разные кусочки, да, помельче, и начинаем эти кусочки приклеивать как мозаику. Движением полон город. Мчатся тысячи машин, в море музыки и моторов окунуться мы спешим. Пешеход по закону улиц и дорог, отыщи безопасности островок. Знаем мы от А до Я азбуку движения. Доброе дорога детства, жизнь взрослой по соседству.